Да, на самом деле есть свежая информация. Буквально вчера я получил письмо от агентства морского речного транспорта. Пока они закладывают на следующий год на ремонт данного участка дамбы 1,5 миллиона рублей, мы посчитали восстановление верхнего слоя и уборка кустарников, которые там уже, особенно со стороны больничного городка до так называемого кирпичного завода, заросло. По нашим оценкам, это не менее 50 миллионов рублей. Все-таки участок 4,3 километра от моста Победы до шлюз достаточно такой изношенный. И плюс есть в одном месте провал, который надо, наверное, подсыпать и доделывать. Но на данный момент вот пока таким образом. Пока только 1,5 миллиона рублей. Пока свежая такая информация. Мы в своей настойчивости отступать не будем. Будем еще раз к ним обращаться, на встречу приезжать с поддержкой Николая Васильевича, просить, чтобы все-таки они увеличили финансирование и максимально привели в порядок. Хотя, надо честно сказать, они уже поговаривают, а может быть и вам забрать это в местный бюджет. Ну, понятно, в местный бюджет можно все передать, но все-таки это достаточно дорогостоящая вещь.